Региональное управление Росздравнадзора проводит внеплановую проверку стоматологии, где скончался подросток. По сообщению пресс-службы областной прокуратуры, в поликлинике номер 2 Ленинского района проводится ревизия. Напомним, ЧП произошло 27 июня. После введения обезболивающего препарата 17-летний подросток скончался от анафилактического шока прямо в стоматологическом кресле. Помочь ему не смогли даже две бригады скорой помощи.